Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы обсудим с гостями передачи основные темы, прошедшие, проходящие, актуальные темы недели. Я хочу сразу представить гостей. Рядом со мной в студии известный всем вам Давид Гай, писатель, журналист. Давид, приветствую вас. Добрый день. И с нами на связи по скайпу Михаил Радовский, блогер, политолог. Михаил, приветствую вас. Приветствую вас. Спасибо большое за приглашение. Спасибо вам за участие. Ну что, друзья, я хотел бы, чтобы мы начали с темы, которая, собственно, завершилась рабочая неделя. В пятницу стало известно о том, что на этой неделе, напомню нашим слушателям, телезрителям, объявлялись имена лауреатов Нобелевской премии по наукам, начиная там с химии, физики. Затем премия по литературе была объявлена в четверг. И вот в пятницу всем стало известно, что Нобелевскую премию мира получил Дмитрий Муратов, он главный редактор «Новой газеты», и филиппинская журналистка Мария Росса, вот так как-то, так я сейчас не помню точно, она, в общем-то, является представителем независимой журналистики и в этом себя доказала и показала. Но, опять-таки, ее мы не знаем, газета, в которой она работает, наверное, замечательная, но я как-то ближе к «Новой газете», естественно, потому что и мы здесь по эту сторону экрана, и вы по ту сторону экрана говорите и читаете по-русски, и мы знаем, что такое «Новая газета». Поэтому я бы хотел, чтобы как-то мы прокомментировали сегодня в нашей программе вот эту премию. Ну что, Давид, вам слово. Итак, «Новая газета», Дмитрий Муратов. Ну, честно говоря, решение Норвежского Нобелевского комитета было достаточно неожиданным для меня. Потому что среди номинантов были такие знаковые фигуры, как Навальный, как представитель уйгуров, который в Китае борется за их права, а с уйгурами в Китае поступают весьма жестоко, я бы сказал, даже не жестко. Там целые концлагеря созданы, там уже элементы геноцида есть. И еще ряд, в общем, достаточно достойных фигур. Муратов, кандидатура, в общем, не вызывающий у меня никаких возражений, сомнений и так далее. Он честный, он порядочный, он, в общем, действительно создал великолепную газету, которая со временем становилась из либеральной, уже в полулиберальной, потому что в тех условиях, в каких находится пресса свободная в России, да ее просто нет, остались крохи буквально. Вот к этим крохам и относится «Новая газета». То есть полулиберальная вы как-то лавируете, а если нет, то мы вас закроем, да? Ну, в общем, или иностранным агентом объявим. Он же пошутил сам Мурат по этому поводу. Ну, теперь, получив такую премию, я наверняка стану иностранным агентом. Ну, его сразу успокоили. Да нет, это вот если вы деньги получали бы и так далее. Он говорит, а я, между прочим, ту премию денежную, которая мне, значит, причитается, я отдам ее в какой-то там фонд, передам и так далее. Какой фонд, непонятно. Частично, передаст фонд. Здесь сыграл свою роль, конечно, и 15-летие со дня убийства Анны Политковской. На этой неделе как-то. Да, и воспоминания о умерщвленном Юрии Щекочихине. Я его немножко знал, живя в Москве, работая в Москве. Ну и, в общем, ряд журналистов там действительно подвергались и гонениям, и за чеченские материалы им грозили чуть ли не там отрезать голову и так далее. Все здесь нормально. Но у меня один вопрос возникает. Почему не Навальный? Почему Нобелевский комитет побоялся дать смачную оплеуху Путину или не менее смачную оплеуху лидеру Китая Си Цзиньпину, дав Нобелевскую премию мира защитнику уйгуров? А дали так промежуточной фигуре в этом смысле. Ведь для Навального, который, безусловно, не имеет, на мой взгляд, ни малейших шансов когда-либо выйти на свободу, потому что Путин дважды такую ошибку не совершит. Если он помиловал через 10 лет Ходорковского и выпустил его, то вряд ли он выпустит Навального. Он закоптил его, и жизнь Навального может определяться количеством лет, которые он проведет в тюрьме, выдержав весь этот режим и так далее. Это была бы своего рода охранная грамота. Нобелевский комитет не пошел на это. Вот это во мне вызывает, ну, отторжение.
Михаил, тот же вопрос. Мы сейчас говорим о том, что и Муратов, собственно, это подчеркнул, что это премия редакции «Новой газеты», журналистам, которые там работали. То есть по совокупности получается еще и потерь. Опять-таки Щекочихин, Политковская, там можно перечислять, были убийства журналистов. Именно они работали в «Новой газете». И ну вот премия «Мира». Ваш комментарий по этому поводу, поскольку ну, разные мнения существуют. Да, действительно, если мы говорим о том, что в данном случае эта газета независима, она либеральна, что при нынешнем режиме кремлевском не нравится руководителям страны, но еще ведь в большей степени не нравится Навальный. Здесь Давид совершенно прав. Можно было бы помочь и человеку, и движению, которое он возглавляет. Михаил. Которое разгромлено, к сожалению, уже. Да. Ну, если я согласен с Давидом, то, к сожалению, то есть я ничего не имею против, то есть присуждения премии, собственно, даже это скорее премия «Новой газете», как вы сказали, по совокупности, вот, но это явно какое-то очень такое компромиссное решение, чтобы и волки были сыты, и овцы были целы, вроде бы как бы это... за свободу прессы, но это как бы не совсем свободная пресса. И вот такой вот компромисс. Решиться дать премию Навальному они, конечно, не могут, они боятся. Вот. И все это выглядит достаточно как-то так грустно. То есть это какое-то такое подвешенное компромиссное решение. Ни туда, ни сюда. Но, кстати, среди номинантов ведь был и Дональд Трамп. А уж человек, который ну, немало сделал, даже если мы говорим о мире на Ближнем Востоке. Вот эти все авраамические соглашения и так далее. Его просто выкинули в свое время из списка номинантов. Да, я как раз об этом хотел сказать. Он сделал очень много и, наверное, он заслуживает этой премии более, чем другие. Его несколько раз подавали, не один раз. Но, опять же, по политическим соображениям, вот вообще его близко вообще не допустили, как же так может. То есть это все очень такое для левого вот этого Нобелевского комитета по премии мира, это совершенно понятно. Они не будут трогать реальные диктатуры, они не будут пускать консерваторы, вот что-то такое вот компромиссное они решили. Хотя, наверное, это не худшая фигура. Да, это бесспорно, она не вызывает как-то так отторжения. Я согласен, что Муратов, он достаточно значимый человек, но опять-таки существует дальше три точки мы поставим. Давайте перейдем к другим темам. Я бы хотел, чтобы мы сейчас вернулись к темам американским, и прежде всего, это проблема финансовая. Итак, тема госдолга, с одной стороны, с другой стороны, тема шатдауна. Ну вот похоже, что шатдауном, то есть с остановкой работы государственных учреждений как-то более-менее продлили, разобрались и так далее. А с госдолгом сенатор Шумер выступал в четверг и сказал, что в принципе мы отодвинули эту проблему до декабря месяца. Ну, не так далеко, кстати, до декабря. Все это, что называется, на носу, да, все эти даты. Речь идет о том, что сейчас у нас госдолг больше 28 триллионов долларов. Ну и демократы говорят, давайте повышать. Даже речь идет о том, что будет выпущена монета достоинством в 1 триллион долларов. Она будет из платины сделана. 1 триллион долларов. Ну, видимо, вот сами выпустим эти монеты и быстренько перекроем и уйдем от всех вопросов. Давид, у меня к вам вопрос, поскольку речь ведь идет не столько о госдолге, сколько о том, что хорошо, мы поднимем опять-таки потолок. Но что нас ожидает? Существует два плана, которые пробивают демократы, планы Байдена. Один план – это по инфраструктуре. Более 1 триллиона долларов. Это триллион где-то 200 миллиардов. Второй план, там все, что это, называют это человеческой инфраструктурой. 3,5 триллиона долларов. По совокупности это 4 триллиона 700 миллиардов долларов. Только два этих плана. Я напомню нашим телезрителям, многие из нас получали чеки по 1200 долларов в прошлом году. Уже был проведен в действие план с стоимостью 2,5 триллиона долларов. Давайте к 4,7 добавим еще 2,5. Мы уже подходим туда, к 10 триллионам долларов, которые необходимо будет, надо будет потратить, если эти законы будут приняты в этом году, в следующем и уже потрачены в 2020. Куда дальше?
еще принимать какие-то законы. Вот о чем, собственно, говорят республиканцы. Давид. В прошлом году, когда бушевала пандемия, в Соединенных Штатах вкачали в экономику 9 триллионов долларов. По разным, так сказать, программам и так далее, и так далее. Поддерживали безработных, естественно, и так далее. Что происходит сейчас? Инфляция, естественно, выросла, и выросла очень здорово. Она не могла не вырасти при таких вложениях. Она составляет 5,4%. Такой инфляции не было примерно 8 лет. И даже больше, наверное. Госдолг составляет 28,5 триллионов долларов. Это удивительная совершенно цифра, не конечная, естественно, которая составляет 101% валового внутреннего продукта США. Такое в Америке было только в 1946 году, когда закончилась война, Вторая мировая. Вот представьте себе, все, что мы делаем, выпускаем, производим и так далее, все это уже чуть меньше этого долга. Аукнется ли когда-нибудь? Откликнется ли? Придут ли китайцы, японцы и прочие разные малайцы с долговыми обязательствами, с бумагами, значит, долговыми, с облигациями? Ребята, забирайте ваши бумажки, а давайте наши денежки. Маловероятно, я думаю, что это вообще невозможно, ибо все обесценится тогда полностью. И они получат, в общем-то, ну, почти кукиш, мало денег. Но, тем не менее, все-таки это существует. Значит, Сенат проголосовал за продление повышения госдолга на 480 миллиардов до 3 декабря. После 3 декабря, как ты отметил совершенно справедливо, значит, тоже надо будет, пока до 3 будет чем платить зарплату чиновникам, военным и всем прочим, а потом надо опять ломать голову, что делать дальше. Значит, и, наконец, левое крыло Демократической партии категорически настаивает, выкручивает руки, делает все, что возможно, о принятии пакета хотя бы в 3,5 триллиона. Это прогрессисты, так называют. Прогрессист. Ну, я и левое крыло называю. Окасио-Кортес, да, и еже с ней. Там Берни хватает, Сандерс, кроме да. нее тоже. Да, да. Сандерс и так далее. Сам Байден относит себя к центристам, так сказать, к умеренным. И его окружение тоже. А это вот леваки такие, оголтелые социалисты, которые хотят, в общем, социалистические всякие нормы и так далее внедрить со страшной силой, пока у них есть возможность. Может, у них скоро этой возможности не будет, если они просвистят выборы 2022 года. Кстати, очень может быть. Американцы, многие очень недовольны тем, что происходит. По опросам, тот же Байден имеет 42% значит, позитива, одобрение его деятельности, и 50% негатива и так далее. В пятницу да. Байден, это Часопик, это следующий был опрос, да. 37% ну, у Байдена уже поддержки. Видишь, падает. 37%. Значит, в Сенате вроде бы есть какое-то, так сказать, понимание единства, но там есть два сенатора очень любопытных, демократа, которые не хотят, в любом случае, на словах говорят, мы не хотим никаких 3,5 триллиона добавлять в экономику и так далее. Это Джо Манчин и такая дама из Аризоны, где в свое время был совершенно замечательный, выдающийся человек, сенатором Маккейн. Дама с такой странной кинематографической фамилией Синема, Кристен Синема. Вот они, значит, говорят, не, мы голосовать за 3,5, наверное, не будем. Им выламывают руки по полной программе. Для меня было потрясением, что, скажем, Манчин живет под Вашингтоне, живет на своей яхте, но имеет право жить не в гостинице. Значит, к нему приплыли эти самые активисты и начали его громко убеждать, что, дескать, ты не прав, Джон, и так далее. Ну, там деликатно все было. А Кристин Синема ворвались в туалет, где она, пардон... В Капитолии, да? Да, в Капитолии. Эти самые... Это, причем она пряталась это, в туалете. Это были оголтелые, так сказать, прогрессистки, но не члены Конгресса. Нет, это с улицы, ну, с улицы те поддерживают всю эту компашку и так далее. И, в общем, она себя вела достойно, она не реагировала ни на что. Они там с видеокамерами пытались что-то фотографировать. Слава богу, что в кабинку к ней не ввалились, где она совершала, естественно, физиологическое действие. Вот до чего дошло. Понимаете? И еще одна деталь очень интересная. Когда шла речь о повышении госдолга
временного повышения на 480 миллиардов, то 11 республиканцев во главе с лидером меньшинства Митчеллом Макконнеллом присоединилось к демократам. И это, несмотря на то, это очень удивительно, это факт, что Трамп призывал их не голосовать, сказать нет. Они его не послушали, один человек примкнули к демократам, в итоге, значит, все приняли. Так что республиканцы, видимо, тоже многие к наследию Трампа и к его, так сказать, личности относятся, ну, так сказать... Скажем, нет, но это известный факт. Несколько критично, да. Трамп, когда объявил, я об этом неоднократно говорил. Вот такая вот замечательная картина. Да, если инфляция сейчас 5,4%, и цены растут каждую неделю на все. Вот как в том старом анекдоте про политбюро, когда решает вопрос, на что повышать цены, поскольку денег нет в стране. Значит, ну кто-то говорит, давайте там, Косыгин говорит, на букву там М, кто-то говорит, давайте на букву П, кто-то еще что-то. Брежнев говорит, нет, давайте, говорит, на букву Ф. Он говорит, Леонид Ильич, а что такое Ф? На все. Вот я боюсь, что инфляция на все пойдет. Я, кстати, говорил о том по поводу отношений республиканцев. Трамп ведь его заявление еще во время того, когда он был кандидатом, что он будет осушать это болото, имеется в виду Deep State, то есть вот, то, чиновничество, которое не только в Вашингтоне. Ведь когда он об этом говорил, демократы восприняли это, да, вот. Он пытается теперь с ними их критиковать и так далее, но ровно в той же степени восприняли это и республиканцы. Я неоднократно повторяю, что лет 10-15 назад я лично вообще не видел большой разницы между демократической и республиканской партией. Чиновники, мошенники, вот сейчас только по вот этим вот бумагам, которые известны, Pandora Press, там же опять говорится о том, сколько у нас здесь в Соединенных Штатах лазеек для того, чтобы человек, который присосался к власти, занимается крупным бизнесом, чтобы он зарабатывал, а потом переводил деньги в офшоры. Вот кто нами руководит. Поэтому, когда мы говорим о республиканской партии, там огромное количество недовольных Трампом, потому что Трамп был не политик, он был вне всей этой структуры. А там существует своя, собственно, сеть, своя мафия политическая, которая очень была недовольна Трампом. И среди республиканцев, бесспорно. Итак, Михаил, давайте вернемся к этой нашей теме. Мы сейчас говорим о госдолге. И я должен сказать, что тот же самый Митч МакКоннелл, о котором вот упомянул Давид, он сказал однозначно, ребята, вы в последние месяцы, демократы, принимаете вообще решение в ряде, для того, чтобы принять ряд законов, необходимо обычное большинство. Для, допустим, закона, который касается госдолга, необходимо 60 голосов сенаторов. Но ряд законов можно провести по обычному большинству. Что это значит? Получить 51%. В Сенате, вы знаете, 100 сенаторов. Если 50 на 50, там сейчас расклад, если 50 голосует и 50, то тогда вице-президент вступает в дело, и она дает свой голос. 51-й тому, той или иной стороне. Республиканцам Камала Харрис голос не даст, поэтому заранее понятно, в Сенате пройдет сегодня демократическое большинство, 51 голос. И они решают сегодня, демократы, там же каждый день принимаются какие-то положения, законы и так далее. Республиканцы говорят, нам это уже здесь, вот, поперек горла. Если вы хотите все так решать, с нами не согласовывая, то и продолжайте однопартийным образом все это решать. Но вы же при этом хотите принять 3,5 триллиона долларов, триллион 200 миллиардов долларов. О ком повышении госдолга мы говорим, если просто на носу уже грядут такие расходы? Как-то урезоньте себя, уменьшите аппетиты, тогда мы можем говорить о госдолге. Михаил, ваш комментарий. Ну, прежде всего, я хочу вернуться к этой ситуации, когда вот этого депутата синего начали, извините меня, мучить в сортире. Обратите внимание, посторонние люди влезли, опять же, в Капитолий, преследовали должностное лицо, никто ничего не говорил по поводу там райотс, по поводу попыток переворота, никто никого не арестовывал. И не сравнивал, и не сравнивал 6 января, да? Да, ничего не было. То есть как-то это все прошло. Вот когда республиканцы влезли, кстати, в пустой Капитолий, это кошмар и ужас, это гражданская война. Когда влезли демократы, ну так они влезли, все. По-моему, их даже не арестовали. Теперь, скажем, от всего этого у меня общее ощущение дежавю, потому что мы это постоянно видим. То же самое
повторяются те же разговоры о необходимости астрономических по масштабам влияний для спасения и стимулирования экономики, как это было со стимулусом 2009, те же бессмысленные траты, те же разговоры об историческом прорыве, только тогда это была Обама-Кера, сейчас вот этот пакет на 3,5 миллиарда. Вот. Причем, опять же, те же обещания, что среднему американскому налогоплательщику не надо будет за это платить. Байден, кстати, уже поведал, что это будет стоить zero dollars, и прибавить zero dollars к национальному долгу. То есть это уже на этом уровне просто звучит анекдотично. Все это уже было, но в значительно меньших масштабах. То есть, вообще говоря, Байден — это Обама на стероидах. И демократическая партия, которая во время Обамы еще была партия Билла Клинтона, превратилась в какую-то более такую ультралевую партию, там типа западных ультралевых или сантинистов. По поводу подъема потолка, это рутинная процедура. Из 60-го года 78 раз повторяли, поднимали потолок. Сейчас проголосовали. И республиканцы, кстати, говорили, что они против подъема потолка. Но они хотят это сделать в обмен на хотя бы какой-нибудь маломальский разумный пакет. Не вот это безумие на 3,5 миллиарда. По некоторым данным... 3,5 триллиона. 3,5 триллиона. Да, извините. По некоторым данным это 5,5 триллионов. Плюс то, что мы уже потратили. То есть это вообще что-то безумное. Что я хочу сказать, что чем больше пакет, то тем больше туда можно впихнуть так называемого порка каких-то интересов. И проверить это практически невозможно. То есть у нас уже создался некий клад, который на вот этом вот спасении отечества делает деньги. Кто-то пропихивает такие проекты, кто-то при этом крутится. И этот класс реально как бы имеет силу. Поэтому, собственно говоря, видимо, и республиканцы, и демократы выпихивали Трампа, который хотел вот это и прекратить. То есть мы реально имеем дело с каким-то бюрократическим классом, который с этого живет. Далее, по поводу оплаты этого проекта, опять же, нам говорят, что это ничего не оплатит, а приведет к каким-то фантастическому подъему налогов на самые разные вещи. Причем демократы сами понимают, чем это все окончится. Потому что на последнем заседании Большой Семерки они уже заранее, зная, продавили подъем лимита corporate tax до 15%. Но даже это не достигает того уровня, который хотят сделать у нас, 39,6%. То есть к чему это приведет? Начнут утекать деньги за рубеж. Либо в развитые страны, либо, если не хватит, то в развивающиеся. Индусы уже, там у них были статьи, где они начали считать возможные прибыли от этого. А что это такое? Это порочный круг. То есть мы вошли в порочный круг. Мы реализуем какие-то непонятные мечтания или коррупционные схемы бюрократов. Это приводит к необходимости печатать деньги. Это приводит к необходимости поднимать налоги. Опять же, ничего более умного, чем так речь и фэр-шэра, они не придумали. Значит, это в свою очередь приведет к тому, что люди будут уводить капиталы за рубеж, а американская экономика будет все более и более превращаться в какую-то такую пустую оболочку, из которой реально действующие силы будут. И это уже сказывается, опять же, на инфляции, которая не просто 5,4%, а 5,4% на протяжении 4 месяцев. То есть это уже стабильно, это не один месяц. Значит, если Россия подсела на нефтегазовую иглу, то мы сейчас подсели на иглу печатания денег. И глядя на все это, я, например, понимаю, что вот эта катастрофа афганская, которую мы переживали все несколько недель назад, не является какой-то случайностью. Это, в общем-то, визитная карточка администрации Байдена. Это то, что мы должны ожидать на всех направлениях. Да, спасибо, Михаил. Чтобы завершить эту тему, Давид, у меня вопрос. Поскольку мы сейчас к этому пришли, одно дело потолок госдолга, другое дело это вот эти расходы.
куда нас тянет Байден. Если мы говорим о том, что при Трампе потолок госдолга увеличился на 8 триллионов долларов, 8-9 до конца 2020 года, то, в общем-то, в ситуацию локдауна спасали просто-напросто людей, потому что огромное количество бизнесов оказались закрыты, уходили люди из бизнесов, оставались безработными, у нас подскочил процент безработицы в стране, отсюда вот эти все чеки по 1200 долларов и так далее. Масса денег уходила на ситуацию, связанную с борьбой с пандемией. Что такое 3,5 триллиона долларов? Вот этот вот так называемый, опять-таки, человеческая структура. Советник Конгресса, она запретила в эти 3,5 триллиона долларов вводить, там, наверное, около 30% существовало, план помощи нелегалам. То есть демократы при этом, они ведут себя, у нас уже в нашей программе это слово прозвучало, как временщики. Мы пришли к власти, и мы будем пытаться потенциально раскручивать наш электорат. Потому что если будет несколько триллионов долларов выдано нелегалам, то тогда они будут со временем, став гражданами, а это план Байдена, он сказал 8 лет, вот со временем они, став гражданами, просто станут электоратом демократической партии, у нас будет однопартийная система. Ну тут все, в общем, вызывает определенные сомнения, опасения, и, так сказать, помощь нелегалам и так далее, и так далее. В Нью-Йорке, по-моему, уже какие-то меры принимаются для того, чтобы, так сказать, помочь деньгами незадокументированным нелегалам и так далее. 600 тысяч да. человек. Значит, к хорошему это не приведет. И я думаю, что здесь рубеж будет ноябрь будущего года. Выборы. По моему глубокому убеждению, я не знаю, вряд ли я ошибусь, но телезрители меня поправят, если я ошибусь, через год. Я надеюсь, увидимся. Демократы имеют все шансы проиграть или одну, или обе палаты. Вообще говоря, по традиции, как правило, промежуточные выборы, так называемые первые выборы после выбора президента, когда обе ветви власти в одних руках, значит, как правило, происходит некая коррекция, и ведущая партия, главная партия, лидирующая партия проигрывает что-то. Очень может быть, что в Сенате это произойдет. Ситуация очень хрупкая, 50 на 50. Ну, Камалу Харрис я держу в стороне. Да и очень небольшой перевес палаты представителей. Если это произойдет, демократам будет адски трудно проводить все эти самые реформы свои. Поэтому они так спешат. Как это произошло при Обаме? Поэтому они на промежуточных выборах были проиграны оба палаты. Поэтому они так спешат. И я думаю, что эти выборы будут, в общем, судьбоносными, потому что тогда американское общество может, если все это так произойдет, увидеть, за что же голосовать на президентских выборах. И у демократов не будет такого явного преимущества, как, так сказать, на сегодняшний день происходит. Ну вот это будет зависеть от многих вещей. Давайте перейдем к другой теме. Эта тема уж точно до 2022 года и до 2024. Другая тема. Элизабет Хауген. Значит, она бывшая работница Фейсбука. В Вашингтон-Пост были опубликованы статьи анонимно. То есть, кто писал, было неизвестно, в которых рассказывалось, что происходит внутри корпорации Facebook. И вот этот человек, который писал, он написал, что это одна из самых отвратительных компаний, которые можно только представить. Она говорила о том, этот человек. Потом стало известно, что это Элизабет Хауген, и она выступала на этой неделе в Конгрессе, давала, ну, это не то чтобы показания, вот ей задавали вопросы, она отвечала. Она говорит о том, что в корпорации Facebook, в принципе, всем руководит Цукерберг. И это единственная компания вот такого масштаба глобального, в которой один человек имеет право решать да, нет, закрываем, открываем и так далее. И вот эти все слушания, там было очень много интересных моментов. Я хотел бы, чтобы ну вот, и Михаил, и Давид поделились с нами своими впечатлениями. Там очень было любопытно, и вопросы задавались любопытные. И сама Элизабет Хауген, она, в общем-то,
такая довольно активная демократка. И в каких-то вот своих ответах это проявилось, на мой взгляд, очень и очень сильно. Ну, давайте, Михаил, начнем с вас. Ваш комментарий по поводу... Вот это несколько дней продолжались слушания. Я думаю, что это только начало. Стартовали мы на этой неделе. Дальше, что будет с Фейсбуком, законодатели потребовали, чтобы был и Цукерберг вызван на ковер. Михаил. Ну, во-первых, мне вспомнилась по этому поводу старая шутка. Вы 1984 Орвелла читали? Да, зря теперь вам не интересно будет. То есть, в общем-то, реально надо понять, что мы живем в антиутопии, уже живем. То есть наиболее активная часть человечества живет в неком информационном поле, которое контролируется 4-5 цифровыми гигантами, которые могут проталкивать свои идеи, которые могут убирать, вообще говоря, без всяких законов неугодных или инакомыслящих. То есть если раньше нужны были там инквизиции, ГУЛАГ и все такое, то сейчас мы просто человек исчезает из информационного поля, его нет. Такого, в общем-то, масштаба влияния и мощи влияния на умы не было ни у кого в истории. Я хочу просто это подчеркнуть. Что мы вышли на какой-то совершенно невиданный уровень. Теперь, что касается Фрэнсис Хауген. Ее свидетельства, они интересны. И, в общем-то, там очень много важных вещей, но она не просто свидетельствовала, она дала рекомендации. И эти рекомендации я бы рассматривал как рекомендации слева. То есть она ищет решение проблемы Фейсбука в том, чтобы усилить контроль. То есть мало того, что Фейсбук контролирует как бы юзеров, они хотят, чтобы Фейсбук больше сотрудничал с государственными органами надзора. То есть это как бы на этом контроле нарастить еще один государственный контроль. И у консерваторов это вызывает очень серьезное отторжение. Скажем, Бен Шапиро сказал, что вот если мы пойдем по пути, который предлагает Хауген, это приведет к тирании сверху донизу. Вот. Насколько я, в общем-то, моя точка зрения, что тут нужно сделать, тут единственный выход – это демонополизация. Разбить все эти вот организации на большое количество конкурирующих фирм. Причем, что интересно, даже президент Байден говорил о необходимости пересмотра секции 230 и антитрастовое законодательство для этих цифровых гигантов. Более того, значит, в декабре 2020 года был подан иск Federal Trade Commission и 46 штатами против Фейсбука, потому что они нарушили антитрастовое законодательство, они фактически контролируют WhatsApp и Instagram. И для меня, скажем, значительно важнее, чем те показания, да, но очень важно, там говорится о проблемах там с молодежью, о том, что Instagram там воспитывает у молодых женщин комплексы и создает для них психологические проблемы. Но что для меня важнее, что пытаются сейчас, по крайней мере, начали двигаться в сторону демонополизации этих гигантов. И это решение, которое я вижу. Спасибо, Михаил. Ну, я должен сказать, что вот все трое сейчас в программе, мы все пользователи Фейсбука. Я каждый день в Фейсбуке какое-то количество часов, я там высказываюсь, я ставлю какие-то свои замечания, наблюдения, немало в литературе, там то, что происходит, я это все отмечаю. Я вам должен сказать, что мы живем, конечно же, в эпоху сетевых средств массовой информации. Совершенно правильно Михаил сказал. Я вам должен сказать, что когда в 2009 году я выходил, делали мою статью в Википедии, Википедия говорит, а вас нет, поскольку я был активен там в 80-е годы, в 90-е годы, тогда не было Фейсбука. Если в Фейсбуке вас нет, если нет вас в каких-то сетевых, вообще как бы вы не появляетесь, через Google не проходите, вас вообще нет. Это то, о чем мы сегодня и говорим. Человека
можно заблокировать, и после этого его просто не существует, как это, собственно, пытались сделать с Трампом. Facebook заблокировал его профайл, и после этого Трамп, ну как, вот Facebook заблокировал, Twitter заблокировал, YouTube заблокировал, человека как политика нет. Иными словами, это очень серьезная вещь. Я вам должен сказать, что я за Facebook, но многие за Facebook до того момента, пока их не заблокируют. А заблокировать могут по любым совершенно цензорским соображениям, которые вообще-то иногда даже не понимаешь. Таким образом, существует цензура самого Facebook, что сейчас Хауген предлагает. Еще и контроль над Фейсбуком. Ей был задан вопрос, если бы Фейсбуком руководили вы, она 4 высказала позиции, по которым мы совершенно четко понимаем, речь будет идти о государствовании вот этих всех сетевых СМИ. Давид, возвращаемся к тем же баранам. Вы да? меня отнимаете, так сказать, право говорить то, что вы уже сказали. Но я попробую с другой стороны подойти. Журнал «Тайм», свежий номер, на обложке... совершенно обескураженный, какой-то вот такой растерянный, с перекошенным слегка лицом Цукерберг. А внизу два слова на английском. Cancel и delete. Что, в принципе, одно и то же. Там, отменить, там, удалить и так далее. Вот этот намек. Ребята, а что вы хотите? Вы хотите отменить Facebook? Вы хотите удалить что-то? И как с господином Цукербергом дальше поступать? То есть вот такой вот вопрос поставили. Эта обложка вызвала, конечно, уже вышел журнал, так сказать, только на подходе, а уже она вызвала много разговоров вокруг. Значит, то, что предлагает Хауген, вещь, которую, наверное, кое-кто бы принял бы с распростертыми объятиями, даешь контроль, даешь Федеральный надзорный совет, то есть еще одна, так сказать, чиновничья структура, чиновничья, да? надстройка и так далее. Но большинство, конечно, будет против, потому что не в этом суть дела. Вы можете контролировать все, что угодно, а Facebook будет подстраиваться под этот контроль, искать лазейки там и так далее. Я согласен с Михаилом, Facebook нужно делить на 2, 3, 4 компании, я не знаю. И все, что Facebook подобрал под себя, я имею в виду Instagram, WhatsApp и кое-что еще, ну, естественно, тоже. Что это даст? Во-первых, монополизма не будет такого дикого. Facebook не будет затуманивать мозги, если они захотят это делать. Тем более в преддверии новой избирательной кампании, она не за горами, 22-й год уже, все начнется где-то весной будущего года. От Фейсбука будет очень многое зависеть, так сказать, какие знамена он будет развертывать и куда он будет дуть, в какие паруса, так сказать, вдувать свежий ветер. Потому что мы уже это проходили. Конечно, его нужно делить. И об этом разговоры идут давно. И не только Facebook, но, может быть, и некоторых других монстров. Надо бы таким образом их активность поумерить и дать возможность конкурировать с ними. Вот это, мне кажется, самый главный путь. А не путь, который Хауген предлагает. Дескать, контролировать, следить, смотреть и так далее. Цукерберг нанял безумное количество контролеров, в том числе и русских, которые следят за всякой ерундой. Я вот дал недавно... Старый пост мне сам Facebook предложил. Если вам надо... Каждый день выбрасывает то, что вы ставили в предыдущий пост какой? Год. Обложка моего второго антипутинского романа под названием «Исчезновение». Там Владимир Владимирович, значит, летит в огонь на фоне Кремлевской стены. Ну, такая жесткая. Я все думаю, забанят меня за нее или нет. Или Путин их не волнует, их волнует немножко другое. Пока нет, пока я, так сказать, вроде на Фейсбуке и так далее. В общем, вот такая картина. Да и внутри Фейсбука, вы посмотрите, это 6-часовой сбой. Самый крупный сбой, начиная, по-моему, с 2008 года. На этой неделе был, да? Да, такого не было. Это ж ужас был. То есть полетели все электронные замки, никуда нельзя было войти. Так эти самые бригады, спецбригады, чтобы подойти, войти в помещение к серверам своим и что-то налаживать начинать, они с помощью... ломиков, болгарок, этих самых отверток пытались вломиться в свои помещения. Все же отключено было. Электронные замки не работают. До свидания. Понимаете? И я удивлен, что на тех же самых серверах, где, собственно, фейсбуковская информация вся,
содержится информация и, значит, Инстаграма, и WhatsApp, и так далее. Но почему не на отдельных? Почему они должны в общей массе быть? Если сбой произошел, так это уже будет общий сбой. Все рушится как домино, да, сразу? Ну, естественно. То есть там конь не валялся. И наш замечательный Марк Цукерберг, так сказать, он, конечно, там... Он, и, кстати говоря, там огромное влияние имеет его китаянка-жена. Там она там командует парадом «Будь здоров», как часто бывает. И, в общем, там надо наводить порядок. Это так оставлять нельзя. Обратили вы внимание на то, что Хауген, она сказала, что именно Facebook в немалой степени способствовал штурму 6 января. Теперь штурм 6 января, она противница Facebook, однозначно. Да. Она использует эту карту. Она обвиняет Facebook в этом. Она использует эту карту, которая еще усиливает это впечатление. Это, я думаю, что пусть на ее совести останется и так далее. В общем, ее рекомендации, их, так сказать... Выслушать надо и, так сказать, очень критично к ним отнестись, потому что это не метод, не выход из ситуации, и это ничего не даст, по сути. Нет, для меня, например, заканчивая тему, для меня вот ее показания, вообще ее как бы идеи, это очень показательно, поскольку это идея в немалой степени, опять-таки, этих прогрессистов вот, в демократической партии, да и самой сегодня демократической партии, здесь запретить, здесь разрешить. Штурм 6 января – это попытка переворота в стране и так далее. Флойд у нас национальный герой, и, в общем-то, вот какие-то вещи, которые пытаются людям забить в голову, и эти вещи, они идеологические, это пропаганда. И вот это пропаганда, она всегда вела к тому, что мы должны государство все контролировать. Иначе пропаганда не будет в этом государстве работать. Если мы говорим о пропаганде, об идеологии, нужно зажать гайки, и тогда это все начнет прекрасно себе функционировать. Вот о таком, вот так вот видит Хауген будущее средств массовой информации. К несчастью, не она одна. Вот я боюсь, что если будет деление Facebook, она получит очень хороший пост. Причем все время ведь говорят о том, что, кстати, Михаил, речь ведь идет о том, что она совсем не представитель высшего звена менеджерского в Facebook, и выступала представительница Facebook. Она говорит, как она вообще может судить о работе Фейсбука, если она не находится там, где решают. Михаил. Интересно, как она обвиняла Фейсбук в событиях 6 января. Она ведь обвинила Фейсбук в том, что Фейсбук снял контроль. То есть события 6 января произошли, потому что Фейсбук снял какие-то элементы цензуры. Вот это ее идеология. Все должно быть цензурировано. И если бы Facebook продолжал цензурировать, это, может быть, не произошло бы или произошло в меньших масштабах. То есть надо четко понимать, что это за человек. Она видит все через контроль и цензуру. Но мы должны добавить, что вот таких людей у нас десятки и десятки миллионов, которые вот так вот замечательно бы представляли себе американское будущее. Когда мы говорим о свободе слова, о первой поправке, мы неоднократно это отмечали, к чему сегодня ведет демократическая партия, наш американский народ, будем пафосно говорить. Ну что, давайте перейдем к следующей теме. Итак, известное соглашение Австралия, Великобритания, Соединенные Штаты. Называется оно AUKUS. Это соглашение вызвало скандал, поскольку оно было проведено в обход Франции. Франция потеряла контракт на поставку в Австралию дизельных подводных лодок. Примерно, сейчас уже говорят разные суммы, речь идет, ну, я насколько понимаю, в среднем это 50 миллиардов долларов потеряла Франция. Это у нас 3,5 триллиона долларов, это туда, и 1,2 триллиона туда. Нормально у нас все происходит, демократы считают, что это вот так вот направо-налево. Франция, она страшно была раздосадована, посчитала это просто пощечиной, потерю 50 миллиардов долларов, но ведь не только в деньгах дело, а дело в том, что все это было осуществлено, весь этот договор в обход Франции. Выступал на этой неделе министр иностранных дел Франции, который сказал, а ничего не решено.
Мы, да, встречался, разговаривали по телефону Макрон и Байден. Речь идет о том, что встречались и представители Министерства внутренних дел, но он говорит, ничего не решено. Мы продолжаем обсуждать это все, но мы оскорблены. Вот что говорит министр иностранных дел Франции. Оскорблены, Франция этого не хочет забывать и не хочет прощать это. Ни Соединенным Штатам, прежде всего, конечно, Австралии. Итак, Давид. Это, конечно, очень большой скандал. Создается этот военный альянс, военный пакт AUKUS, как противодействие Китаю. Это ни для кого не секрет, это понятно. Значит, но я думаю, что это не просто скандал. Это кризис доверия. Кризис доверия ведущих стран мира. Когда Франции плюнули в лицо, вытерли о нее ноги. Австралия под давлением США, значит, ведь эти 12 подлодок, это 50 или сколько-то миллиардов потерянных Францией, но взамен-то будут американские подлодки. И это же не просто так. Очень недовольна Франция поведением Британии. То есть идет скандал, так сказать, там, где должно быть какое-то единство. Если вы хотите противостоять мощнейшей и в военном, и в экономическом отношении державе, я имею в виду Китай, так у себя разберитесь хотя бы друг с другом. То есть это очень неприятная вещь, я повторяю, это кризис доверия. Ну, кстати, вот, Давид, выступал Байден, ну, вот его выступление недавнее, он говорил о том, что мы будем идти по пути дипломатии, нам не нужна холодная война. Дипломатия, понимаю, с врагами, ну, не с врагами, а с соперниками, ну, так, и с друзьями. Так это есть пример дипломатии? Своих-то не обижают. Франция же своя. С Макроном-то ведь, это же понятно, он на одной платформе, на одной, так сказать, позиции стоит. Ведь они же все прекрасно понимают, что главная опасность в мире, на мой взгляд, это ядерная Россия и Китай в данном случае, который не сегодня, а завтра, дай бог, чтобы я ошибся, может оккупировать Тайвань. И что тогда делать? Где эти подлодки? Кто тогда будет выступать? Так что дипломатии вы будете убеждать Си Цзиньпина, что, дескать, слушай, Си Цзиньпин, ну что ж ты такое натворил с Тайванем? А ну выйди, пожалуйста, оттуда. Да нет, это военный альянс должен быть. Показывать силу, только силу. Потому что, если уж говорить откровенно, я абсолютно согласен с Гарри Каспаровым, который сказал, сила Путина в слабости Запада. Только. И сила Си Цзиньпина только в слабости Запада. И ни в чем другом. Ну, вот такая у нас внешняя политика, еще раз говорю. Мы как бы дипломатически решаем, как говорит нынешний президент, но при этом оскорбляем ближайших союзников. Михаил, кстати, существует позиция, что Франция, ведь этот контракт на поставку дизельных лодок в Канберру Парижем решался много лет. И как-то Франция, она то отставляла это в сторону, потом говорила о том, что уже поставка будет и так далее. В Соединенных Штатах говорят, ну вот, поскольку так это все долго продолжалось, шатание, там, разброс и так далее. И мы поставляем не дизельные, а ядерные, атомные подводные лодки, то мы как бы в чем-то правы. Контракт никак не разрешался, Канберра была недовольна Парижем, вот мы, Вашингтон, теперь вмешиваемся. Но дело же не в том, что мы, ну, как бы решили Канберре помочь в данном случае, поскольку Франция как-то оттягивала это все. Дело в том, что обошли нашего союзника, и просто он узнал, ну, буквально там Макрон узнает это из теленовостей, о том, что подписан контракт между Великобританией, Соединенными Штатами и Австралией. Вот в чем вся проблема. Так не делается во внешней политике. Какие дела, Михаил? Значит, дело в том, что это вот событие, на самом деле, обладает очень большим потенциалом неприятностей. На самом деле, оно затрагивает кучу разных вещей. Ну, прежде всего, значит, вроде бы это попытка укрепить военную мощь Запада, противовес Китаю. В принципе, это теоретически неплохо. На практике, о чем вы говорите? Если вы разрушаете свою экономику, о какой военной мощи идет речь? Если вы делаете свою экономику зависимой от Китая, на этих же подводных лодках будут китайские компоненты. Вы помните фильм «Армагеддон»? Там русский космонавт сказал «American components, Russian components, everything made in Taiwan». То есть то же самое сейчас сделано в Китае. То есть на самом деле наращивать какую-то военную мощь без усиления основы, без усиления экономики – это просто глупость.
Естественно, это ухудшает отношения с Францией. Но это еще не все. Это создает проблемы с нераспространением ядерного оружия. Дело в том, что на американских и британских подводных ядерных лодках используется уран, обогащенный до 93%. Это уровень оружейного урана. Значит, договором о нераспространении это не предусмотрено. И вот эти вот поставки, а мы собираемся поставить Австралии технологии, открывают заднюю дверь для того, чтобы другие страны, там Бразилия там, или еще кто-то, начал пошел тем же самым способом и таким образом получил и уран, и доступ к ядерным технологиям. Об этом нам не говорят. То есть это дело не только в оскорблении Франции. На самом деле там еще много других слоев. Плюс ухудшение отношений с Англией, которые и так плохие, там постоянное трение, вообще говоря, по всему Ближнему Востоку и Средиземному морю. То есть надо понимать, что это многокомпонентные проблемы. Ткнули палкой в муравейник, и дальше это будет расходиться. Давид, буквально несколько слов тогда о внешней политике. Вот мы говорили о том, что тот же самый Норвежский комитет, да, вот какая-то такая вот, ну, где-то посерединке мы находимся. Выход из Афганистана, вот этот договор Великобритания, Австралия, Соединенные Штаты, то, что происходит у нас с Европой, в частности, и с Великобританией. Как бы вы сегодня охарактеризовали вот все эти шаги? Я еще раз хочу повторить, у Байдена сегодня 37% поддержки американцев. В немалой степени из-за Афганистана, думал, внешней политики. Я думал, что новый госсекретарь Блинкен будет более весомым, более умным человеком и более грамотным в ряде решений. Но, увы, пока мы этого не видим. Хотя потенциал у него вроде бы неплохой. Не видим мы этого. Вроде профессионал, но пока так. Как я смотрю на это дело, понимаете? Роль международного жандарма не очень красивая роль, не очень популярная роль и так далее. Но мое глубокое убеждение, что в мире многополярном, который сейчас на наших глазах создается или уже создан, все-таки кто-то должен командовать парадом, иначе ничего не будет. А призыв кота Леопольда из мультфильма «Ребята, давайте жить дружно» не получится. Ни с Россией, ни с Китаем, ни с Турцией, ни вообще не говорю про Иран и про нынешний Афганистан, где далеко не все так, как они пытаются талибы представить и так далее. Формула кота Леопольда не работает. Буквально у нас по полторы минуты останется. Федеральный судья Роберт Питтман заблокировал действие закона, который был принят в Техасе. Он запрещает женщинам после 6 недель беременности делать аборты. Тема, которая она у нас очень и очень тяжело, в общем-то, проходит, и консерваторы, у них свое мнение, и у либералов другое мнение, и здесь, как у Киплинга, Запад и Восток не сойдутся. Не сходятся. Это очень большой и серьезный вопрос. Буквально по полторы минуты, Михаил, ваш взгляд на все это. Все это, естественно, подается еще и как действие администрации Байдена сегодняшней. Я не являюсь сторонником этого закона, не буду его защищать. Я просто хочу объяснить некоторые мифы. Дело в том, что я говорил со многими людьми, у них создается совершенно какое-то безумное представление. Прежде всего, по этому закону женщина не является предметом наказания. По этому закону женщина, которая сделала аборт, считается такой же жертвой, как, скажем, плод, вот, который удалили. Предметом наказания являются те, кто делают аборт, и те, кто им помогает. Вторая особенность. Значит, этот закон не предусматривает уголовного наказания. Этот закон дает право частным людям подавать иски, которые будут рассматриваться. То есть, во всяком случае, это не так страшно и не так ужасно, как пытается изобразить наша пресса. Опять же, при всем том, что, может быть, это не лучший закон.
Давид... Ну, это первый шаг. 1 декабря Верховный суд будет рассматривать жалобу на закон штата Миссисипи, уже не Техаса, который запрещает еще прерывание беременности после 15-й недели. Ну, понятно. Значит, какая перспектива? Споры, ссоры и так далее рано или поздно к какому-то результату приведут, и будет такая картина. Аборты будут доступны на восточном и западном побережьях США и под запретом таким или сяким в штатах Красного Пояса, где в основном, значит, командуют республиканцы. Так оно и будет. Значит, жительница Миссисипи или Техаса, если есть необходимость в аборте, она будет приезжать в Нью-Йорк или в Калифорнию. Вот так оно будет. Наша страна разделена не только по вопросу абортов. Красные штаты одно, синие другое. Синие находятся по обе стороны, как бы по оба берега. Я думаю, что и по многим другим вопросам такая же картина. Дамы и господа, я, во-первых, благодарю Давида. Благодарю Михаила за участие в программе. Время в передаче подошло. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Всего доброго. До встречи в эфире.